皆さん、こんにちは。今日はね、僕らがキーウの、郊外のところにある動物の保護施設、主にワンちゃん、猫ちゃんなどがいる施設にね、皆さんから届いた支援物資と、あとこちら現地で、購入した、支援物資、これをね、届ける動画になっています。で、この施設の面白いところは、このキーウ周辺だけではなくて、それこそバフムトであったりとか、ソレダルであったりとか、この東部の方から、避難してきたワンちゃん、猫ちゃんたち、またはウクライナ軍の兵士の方が、このローテーションの時に、キーウに戻る際に、そのワンちゃん、猫ちゃんたちを連れ戻って、この施設の方に預けてるという場所になってます。ワンちゃんの中には、それこそ、足がもうそのなんていうのかななくなってしまった、ワンちゃんなんかもいてて、非常に大変な中で頑張って懸命に生活しているような内容になってます。で、今回は、母親のねナタリアが、この施設の方に、メンバーと一緒に行ってきてくれました。で、今回のね、この施設の内容っていうのを皆さんにね、お伝えしたいということで、動画をね、撮影してきてくれましたので、よければね、見ていただけると嬉しいなというふうに思います。本当に僕自身、人がね、すごく多く亡くなっているという現実、これはずっと皆さんにお伝えはしてるんですけども、今回の動画を通して、動物も非常に多くの犠牲というのが今回の戦争で、起きているんだなという、事実を皆さんにね、伝えたいとともに、辛い現実だけじゃなくて、ちゃんとやっぱりそういう、動物、ワンちゃん、猫ちゃんたちを保護して、ケアして、病気を治して、そして、最後までね、見届けるというような、仕事を、素晴らしい仕事をね、やってくださっている方、についてもね、皆さんにお伝えしたいなというふうに思ってます。そして今回の施設なんですけども、なんで僕らが支援をしたいかっていう思った気持ちで一番強い部分っていうのは、この施設っていうのは国が運営しているものではなくて、個人の方が運営、夫婦で運営をされている施設になってます。そういう気持ちもあってね、非常に強く支援をねしたいなという気持ちになりました。で、施設自体は本当に沼地を通ってやっとその施設に到着するような場所で、普通の車ではなかなか行けない。ですので途中まで車で行って、そしてそこからは、その沼地を走れるような、もともと軍事用で使われてたトラックに、メンバーがね、母親含めて乗って、で、そこを通って、到着するような内容になってます。非常に、支援物資を届けるにもなかなか、そういう苦労があるような場所なんですけども、僕らとしてはやっぱりそういうところを、支援したいなということで、皆様から届いたワンちゃん、猫ちゃん用の食べ物、そして、僕らが現地で買ったもの、これをね、届けるように、届けるような内容になってます。よければね、最後まで見ていただけると嬉しいなというふうに思ってます。あと、まだ動画の前半部分ですけど、いいねボタンをぜひ押していただけると嬉しいなというふうに思ってます。ありがとうございます。では本編の方どうぞ。Олег на меня. Да ты шо? Oh.
Японская еда для собачек. С характером. С характером, ну красиво. Не, ну меня они не трогают, если знают. Ну понятно, да. Так это сейчас со всей Украины вы берете? Не, в основном как бы тут, у нас сейчас местов на данный момент мало. Тут был ряд вольеров, получается. Ага. Это же его разбомбило во время войны, погорели вольеры. Сейчас разбираем, чтобы начинать новые вольеры строить. Ага. Где сбитые машинами, где еще там, ну, разные ситуации. А вы в клинику тут же есть? В Макарове. Возите, клиника, а в Макарове возите клинику? Ну, сейчас все мы строим карантинное помещение, и там будет уже операционно. Хочем доктора взять, чтобы уже тут все, рядом как бы, на месте было. Чтобы все на месте было, да. Во время войны тут вагончики стояли, они погорели. Вот эти вольеры тут погорели. А вот это вот все, что было? Ну, да, это да. Мы сейчас уже доразбирали, чтобы... Новые начинать. Чтобы новые строить. Чтобы новые строить. Все, генератор у нас солнечная станция, но это уже новое. И во время, солнечная. Это уже все новое, потому что во время войны, ну, то есть его разбомбило все. Ага, батарея. Единственная проблема, что сейчас на данный момент загорел дизельный генератор, что, то есть, когда нету солнца, то у вас нет энергии. Не, оно то есть, но вот этот дизельный генератор, он нагоняет аккумуляторы. А он сейчас сгорел, то приходится, ну, бензиновым включать. 1 марта вечером, часиков 6 вечера, прилетел самолет сначала. Мы как бы, я рабочих вывез, вернулся сюда, потому что, ну, начался пожар здесь. То, потом ту сторону градами полностью обстреляли. То... А звери пострадали кто-то? Кочка, да. Кочка очень много. Кочка была до войны где-то в порядке 300. Выжила только, ну, 30, мы на Польшу отправились. Да. Туда просто как раз та сторона усыпана была градами, ну, то есть засыпали, и их взрывной волной, ну, как бы раздавилось. Ну, это так, временно сейчас подреставрировали, потому что тут была катастрофа просто. Ну, осколками. А, это осколки, да? Да, это осколки. Вся территория осколки. Вольеры, башни все наклоненные. Такие, да, перекошенные, да. Взрывной волной. Это же двери вылетели, ага. Взрывной волной. Это здание уже новое полностью. Это мы уже, ну, после войны, как говорится, ну, все, что-то все разбомблено, это ж, ну, от войны. Угу. То есть работники тут прям живут? Да, мы закупили вагончики, ага. Сделали отопление, и они тут живут. Вот. А много работников у вас? Шесть, ну, шесть и двое нас, 8 человек. Вот этими осколками была вся территория полностью обсыпана. Это символ. Сначала заходите, чтобы котики не выскочили. Во время войны эту собачку мы в лесу забрали. Она лежала, то есть, ну, посадили в вольер, а она в вольере не ест и ничего не хочет. Там вам, наверное, большими там одеяльцами. Они прислали еще, честно, маты немножко толстые, но мы как-то были вот этих черных. У нас еще один кота дом. Это у нас считался зимний чип. Да, ну, взагали, там, знаю, да, все, да. Они уже у нас чипированы тоже. То есть, ну, при стерилизации их было так круто. Да, я с удовольствием. Да, такой здоровый. Да, уже. Красавец, красавец. Ты хороший. Добрый друг.
это уже высадились, да? Это все выбрасывают. Выбрасывают? Да. Вот этих выкинули в коробки. Их сколько? 6, если не ошибаюсь. Значит, двое, не знаю, может, забрали. Их было 7. Одно уже в коробке было мертвое. Вот где вы машину оставляли. Там стояла коробка. А кто-то привез его? Кто-то приехал, да, посмотрел, что дорога не проездная, выкинули. Иди сюда, мой хорош. Иди, мой хорош. Иди, мой хорош. Боже, 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 какой ты хороший. Ты хочешь туда, иди. Иди. Ты хочешь на ручки, иди, иди на ручки, иди на ручки. Иди, мой хороший, иди, мой хороший. Иди, мой хороший, хороший. Хороший. Тут котики все с Северодонецка, с Луганска. Когда их привезли, они были очень худыми. А сейчас вон такие толстячки лезут обниматься, целоваться. Класс. Да. 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 Ну. Давай, пушка. Может, она не выпишет куда-то. Жизни не хватает. Не хватает вашки. А домашняя у меня была такая, не дай бог, будет. Не, он. Если... Залегла и кайфует. А сколько это нужно, ну, вот в неделю? Вы не считали корма? Ну, мы в основном для каши кормим, а те, которые сильно, вот, куда там приезжают, то мы подкормим кормом. Ага. Вот во время войны то мы чисто кормами кормили, то килограмм 300-400 на день корма шло. На день? Да. 300-400 килограмм. Морозильную камеру такую сделали. А, смотри, какой уровень. Тут, чтоб уже и летом не пропадало. Вообще уже мы, конечно, как говорится, решили уже все так капитально делать. Детально, да? Да. И корма везде хранить. Ну, полчаса я их кормлю. Кушать можно, и вроде и готовить на нем можно. А потом на газ подключится. Ну, и отоплять можно, да. Главное, обогреватель точно. По-моему, там и печка. Самое смешное, что у людей везде отопление есть, а мы нам подарили этот дом, и у нас отопления нет. Ну вот, как раз будет. Складывай с ним. Надо будет подснимать. Там есть еще одна такая дорога, ну полез. Полез подвёл. Вообще, когда яблочки, они быстро бегают. Он с подушки быстро. Ну это хрустик. Они у нас воспитаны. Я же тебе говорил, что надо. Опа, вот ты мне вообще чисто. Да. Класс, класс. Тоже куда я ужас, вот. Да, не такие ручные. Андрей, твои впечатления? Ну что, круто на самом деле. Спасибо людям, что занимаются таким. Жалко, тут очень много собак с оккупированных территорий, к сожалению. Некоторые больные. Но люди стараются вылечить, привести там животное в порядок. Это очень большая благодарность. Молодцы, молодцы. Вот это вот коврики там вам
Это будут для котиков. Кристина приезжает, потом да, 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 пересматривает. Да. Круто, что мы вам отдали. Она знает, куда ей не надо. И здесь для собак вот. Это сладости. Я понял. Это сладкая картошка. Это волонтеры, когда приезжают, они наши выстроят. Да, да. Они, вот видите, на каждую наклеили. Да. Да. Я слышу. И консервы тут есть. Для собак что-то. Не знаю, это какие-то, может, витамины, я не знаю. Бля. Маленьких совсем. И прямо только. Тут еще были маты, поэтому заехали так вот. Но мы маты отдали военным, они там. Ну, вот, да, мы заехали, да, купили, да. Нравится, да, тебе? Потому что они... Да. Давай, мы хорошим. Кушай, кушай, кушай. На, кушай, мой хороший. Вкусно? Кьола, ватеста чай та шцецу, петону шцецу, мае, хачинен мае ни цкурарета, сореде ето тоба джиконо ино тока неко тока, норо ино неко тока, зенбо ацукаттеру ши, иронна токоро кара мотета. Тада, ичинен мае ва кочира чикаку, хонто Россия но гунта е кимашита кара, сон токи а бакогеки укете, хотондо коно шцецу мо すごくいろんなところなくなりました。例えば300匹猫はね、残ったは生きてたは30匹だけで、犬はもうたくさん死んでしまって、それで彼らは開けてみんなに逃げるようにしました。それからいろんなところからね、こう例えばバフムトからの犬とか猫、いろんなところから持ってくる今。それで彼らは自分でやってる、これ政府のじゃなくて自分でやってる施設で、彼らはすごくこの犬かわいいねおしっこしたり彼らは自分でこのいろんなボランティアの人に頼んで、結局ボランティアでやってる、すごく好きなペットの方々はね。今日は奥さんはいらっしゃらなかったけど、これはオーナーいろんな教えてくれた。私にはね、すごくみんな持って帰りたかったから、すごくいいところと思いました。ただこの道もないのは面白い。今はここの近くはね、練習、ウクライナ軍隊練習やってる。あ、聞こえるね、この音。Приют был очень прикольный, это самый лучший приют, где мы были, там очень чисто, люди за ним действительно смотрят. Дорога туда очень тяжелая, мы ехали на специальной подготовленной машине и ехали так 3 километра. Да, я был в этом первый раз в этом приюте, мне, конечно, очень понравилось. Очень-очень много животных, собачек, кошечек, блин, ну это очень-очень классно, мне так сильно понравилось. Спасибо всем. Да, приют, на самом деле, мы были в 3, по-моему, если я не ошибаюсь. А в этом больше всего животных. Как нам сказали, сейчас где-то 800 собак. А было 300 котов, но, к сожалению, из-за прилета, по-моему, сколько? 30 из 300 осталось. Вот, но все равно небольшие молодцы, что отстраиваются. Видео там вы увидите, как они даже морозильную камеру сделали для хранения продуктов. В общем, это очень... очень колоссальный труд, и спасибо людям, что они вот такое делают.
кюку іншу вкайну, ва свою хтота чи ва і маскара, сонна ні іронна кото, я те куреру, но ва коно ічнен кан тайгенна куроште, соредемо шцецова, но коте има, ішо кен ме яттеру, ішо кен ме гамбаттеру, на сугоку рішкатта. Мата мітне!